На уроках ОБЖ появится модуль, посвященный начальной военной подготовке. Старшеклассники научатся оказывать первую помощь в бою и обращаться с оружием. Также модуль предполагает изучение действий в современном бою, состава и вооружения мотострелкового отделения на БМП, инженерного оборудования солдат и другое. Кроме того, школьников ознакомят со средствами индивидуальной защиты, способами переноски раненых с поля боя и сооружениями для защиты личного состава.